Приветствую вас, друзья, на моем канале. Время обеденное, и сегодня я решил пообедать итальянским блюдом спагетти карбонара. Спагетти карбонара готовится очень легко, просто. Сейчас я его сделаю, и вы убедитесь в этом сами. И сможете повторить этот рецепт без всяких яких. Ну что ж, приступим. Готовить я буду карбонару сегодня на 4 человек. Для этого я взял 400 грамм спагетти, немножко петрушки свежей, сыр пармезан. Я рассчитываю примерно 30 грамм на человека. И 4 куриных яйца, по яйцу на каждого человека. И 300 грамм сырокопченого свиного животика. Итальянцы также используют вместо пармезана используют пекорино. Или все вместе, и пекорино, и пармезан. Но так как у меня пекорино нет, я остановлюсь только на пармезане. Иногда просто на кухне нужно иметь импровизировать. Если чего-то нет, попытайся заменить чем-то другим. Как в данном случае со свиным животом. То есть итальянцы берут для приготовления спагетти карбонара, берут кванчетту, что означает свиная щека, или панчетту. Ну, так как у меня ни того, ни другого нет, я просто остановлюсь на сырокопченом животе. Итак, приступим. Срезаем шкурку. Ее не выбрасываем, откладываем в сторону. Нарезать я буду небольшими полосками. Ну, скажем так. То есть по всей длине я половиню. И еще раз половиню. Варить спагетти я буду в большом количестве воды. Воду я солить не буду специально, потому что сам свиной живот, он очень соленый. И не забывайте также, что и в сыре очень большое количество соли. То есть досолить вы можете всегда. А вот если вы пересолите, уже, конечно, продукт будет не очень интересным. Так, сковорода у меня уже готова, то есть она уже разогрета. Вода уже в кастрюле кипит, поэтому я заброшу спагетти. Так, и нарезаем наши шайбы. Такими небольшими полосочками. Вбиваем яйца в миску. Натираем сыр. Вы можете сыр спокойно натереть на терке. Взбиваем массу венчиком. Нарезаю петрушку.
и добавляю к яичной массе. Тщательно перемешиваю. И немного перчу. Солить я пока не буду. Массу пока уберу в холодильник. Так, перехожу к плите. 400 грамм спагетти я варю в 5-литровой кастрюле, в 3 литрах воды. Вода не соленая. Обжариваю нашу брюшину. Добавляю немного масла. И обжариваем наш стейк. Так, ну шпек у нас готов. Мы его перекладываем в сито. То есть то количество жира, которое выкопилось, оно нам совершенно не нужно. Еще немного. Спагетти сварились. Мы их отбрасываем на дуршлаг. Воду от спагетти мы не выливаем. Она нам еще понадобится. Спагетти обратно в кастрюлю. Добавляем наш шпек. Натираем мускатный орех. Добавляем немного нашего бульона, в котором мы варили спагетти. Добавляем нашу массу. Тщательно перемешиваем. И вот теперь я попробую на соль. Слегка присаливаю. И натираю еще сыра. Спагетти должны у нас получиться такими кремовыми. За счет сыра и яйца. Я добавлю еще немного бульона. Пробую на вкус. Еще немного соли. И делаю подачу. Натираю еще от пармезана. И мой обед готов.
как сегодня у меня выходной день, и на кухне очень жарко, на улице 37 градусов тепла, и поэтому я решил, что я заслужил немного аперитива. Для аппетита очень хорошо, но в меру. Ну вот, друзья, как вы видите, спагетти карбонара готовится очень легко и очень быстро. То есть попробуйте приготовить сами. Я надеюсь, я почти уверен, что это блюдо вам очень понравится. Я заканчиваю свой кулинарный обзор. До новых встреч. Желаю вам приятного аппетита.